Так а ты где, в какой сейчас деревне? Я не в деревне, я на поле живу. Или где там? В поле? В поле, но 20 километров от Красного Лимана. А эти укропы от нас 2 километра. Авиация прилетит наша, нахуй, расходит их, ебать. Они там как будто разводятся, что ли, сука. Утихнут на час, нахуй, потом как начнут ебать опять, нахуй. Да. Но самолеты по 5-6 раз, нахуй, в день залетают, долбят их. У них хуй там эти блиндажи, окопы, нахуй, по 2,5 метра бетоном залитые, нахуй. Не могут пробить, нахуй. Да зачем? Но. Вот самолеты и эти вертушки, К-52, эти новые, это ебать. Залетят, отхуярят, нахуй, хоть бы хуй. Они тут же бетономешалку пригоняют, заливают и дальше воюют, нахуй. На, нихуя. Мы здесь правый угол выдавить не можем, они в натуре как размножаются, ебать. Вот это нахуй. А у вас, ну это что? Надо бетоном сколько залиться, нахуй. По 5-6 штук со спутника смотришь, по 5-6 машин, нахуй. Едут, едут в поле, хуй, под землю исчезли, все, у них город под землей, нахуй. Они вот эти окопы, хуёпы. Да ты чё? Но потом выскочат, нахуй, с минометами, танки выйдут, отхуярятся, чик, опять туда внутрь спрятались. Нихуя. А наши пробить не могут, нахуй.